Реализация плана летнего отдыха для детей в Иркутской области в самом разгаре. Уже совсем скоро в Черемховском районе пройдет вручение «Оскара». Возраст приглашенных до 14 лет. Все подробности выясняла наша съемочная группа. Вот здесь вот я сплю. Вот здесь моя тумбочка. Здесь я храню свои вещи для умывания. Максим Иванов в детском лагере «Сибирячок», можно сказать, старожил. Отдыхает здесь уже третье лето подряд. Планы обсудили с друзьями еще весной. Договорились, на первую смену едут вместе. Путевку домой принес отец Ивана, работающий на угольном разрезе. Путевки все детям компания «Осип Уголь», как говорится, для ребятишек бесплатные. Родители не платят ни копейки, предприятие берет на себя все затраты. Подготовка лагеря ушла в пределах за 3 года 1,5 миллиона рублей. На эти деньги отремонтировали баню, душевые, заменили окна и мебель. Особая гордость лагеря – новый медпункт. Появился он в этом году и устроен даже лучше больницы в соседнем поселке. Изменилась и столовая. К заезду детей приобрели новое оборудование. Самое жаркое во всех смыслах место – кухня. Поварам предстоит накормить 94 ребенка 6 раз в день. И так 4 недели. Именно столько длится одна смена. А их этим летом будет 2. Заботятся воспитатели не только о желудках отдыхающих. Главная тема этого сезона – год театра в России. Будут различные театрализации, конкурс видеороликов с вручением премии «Оскара». Год Японии в России. Это японо-пати, конечно же. Всего же в этом году предприятие оплатит отдых 276 детей своих сотрудников. На это будет потрачено 25 миллионов рублей. 50 человек, которым рекомендовано лечение на море, проведут каникулы на черноморском курорте. Давид Азизов, Владимир Пинаев. Новости по будням.